Павел Ерофеев, 24 года, родился в Саратове. Профессиональный ведущий, обладатель бархатного голоса. Жизненное кредо – беру от жизни как можно больше. Второй этап конкурса пролетел очень быстро и практически незаметно. Все потому, что это было на одном дыхании. Задание совершенно новое для меня, и после него хотелось сказать огромное спасибо жителям нашего города. Также особая благодарность нашей полиции, которая не прошла мимо, а помогла мне. Этот конкурс с каждым днем становится все интересней. Поэтому смотри РЕН-ТВ Саратов, будь с нами! Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Пожалуйста, у меня сейчас семья разрушится. Просто скажите, мы на остановке, скоро выезжаем, и все. Сказали, врать нехорошо, есть у нас добросовестные граждане. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.